До 2022 года аэропорт Певека получит новую взлетно-посадочную полосу. Уже определился победитель конкурса. Им стала компания «Планум Кипр Лимитед», уже хорошо зарекомендовавшая себя в округе. Реконструкция полосы позволит привлечь в регион новых перевозчиков и, возможно, отрегулировать цены на билеты. Подробности в сюжете Никиты Березнякова. 3 миллиарда 600 миллионов рублей потратят на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Певеке. Уже к 2022 году сербская компания «Планум» планирует завершить все работы и сдать объект. Долгожданная для певекчан полоса нашла подрядчика не с первого раза, всему виной проволочки с выделением финансирования. Несмотря на это, сербы планируют завершить работы на год раньше прописанных в договоре сроков. С 2016 года выполнялась разработка проектной документации, прохождение госэкспертизы. Вот. Выделение средств в сумме порядка 3,6 миллиарда рублей запланировано в течение 4 лет. При этом подрядчик уверен, что он выполнит эти работы быстрее. В эту навигацию начнется поставка оборудования и материалов, а в следующие 2 года планируется производить ремонтные работы. Реконструированная взлетно-посадочная полоса в самом северном городе страны позволит привлечь новых перевозчиков в регион, а значит отрегулировать цены на билеты. В этом году из аэропорта Певека курсировали лишь чартерные рейсы, а это было не совсем удобно для пассажиров, вылетающих за пределы округа. Чтобы исправить и без того напряженную ситуацию, правительство региона сейчас ведет переговоры сразу с несколькими авиакомпаниями. Среди претендентов S7, Ютейр, Якутия и Алроса. Благодаря внесению изменений в постановление о субсидировании авиаперевозчиков в регионе могут появиться новые маршруты. Планируем, что зайдет к нам авиакомпания S7 на маршрут Анадырь-Владивосток. Вот, стоимость билетов составит порядка 13,5 тысяч рублей. После реконструкции с Певека тоже можно будет рассматривать разные маршруты, там, да, когда полоса будет отреконструирована. Это может быть там и маршрут Певек-Новосибирск. Уже с 1 октября текущего года правительство округа будет субсидировать билеты на московском направлении. На каждый рейс будет продаваться 20 билетов по 25 тысяч рублей, причем только для певекчан с местной пропиской. Вахтовикам придется покупать билеты по иным тарифам. С 1 июня 2020 года планируется запустить регулярный рейс Певек-Магадан, а с 1 января из Анадыря до Владивостока. Вероятнее всего, выполнять рейсы будет авиакомпания S7. Никита Березняков, Арсений Гусев, служба информации.